скоро будет супер деликатес, вот такой. Глазик овечки, они как будто бы живые, только же не бегает. Одна была рогатенькая, достали глазик, я это, конечно же, потом вырежу. Вот такое блюдо. Привет, друзья, привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я готовлю в земляном тандыре. Сегодня будут очень вкусные жареные бараньи головы в земляном тандыре. Вот такие классные. У меня есть яма глубиной 80 сантиметров. Я в ней сжег две огромных вот такие вязанки дубовых дров. Сейчас угольки все прогорят, и мы будем делать головы. Для того, чтобы земляной тандыр правильно работал, нужно сделать так. Выкапываем яму. Внизу, где она заканчивается, делаем небольшое расширение. Для того, чтобы земляной тандыр хорошо работал, ему нужно сделать вентиляцию. Для этого нужно под углом 45 градусов сделать воздушный тоннель, который будет входить в самое дно ямы. Таким образом, воздух будет поступать в камеру горения, и у нас будет прекрасно гореть дрова. Но из-за того, что у меня очень твердая почва, я не смог пробить подручными средствами вентиляцию, поэтому мне пришлось сначала разжечь костер на пустом месте. Когда дрова хорошо разгорелись, я их перенес в яму и потом уже начал зажигать. Конечно, с вентиляцией будет все намного проще, но, как видите, даже без вентиляции ямка прекрасно работает. Бараньи головы очень пахучие. Сейчас я их возьму и немного приправлю пряностями и смажу оливковым маслом, чтобы они пропитывались ароматами всех пряностей. Я буду использовать также красный острый перец, чесночок, черный перец, тимьян, зира и зерна кориандра. Все пряности растираю в ступке вместе с солью. Я хорошенечко посыпаю голову изнутри пряностями. Везде, в ушки, в глазки, в ротик, хорошенечко все насыпаю и стараюсь поменьше насыпать пряностей именно на кожу головы, потому что она будет готовиться в земляном тандыре, и, конечно же, все пряности, скорее всего, обгорят. В носик. Вот здесь под языком был лимфоузел. Я его, конечно же, вместе с гортанью удалил, поэтому голова чистая, халяльная. Классный острый перец и чесночок я тоже кладу и в ротик, и под язычок, и в носик, и в ушки, везде, куда все помещается. Все эти овощи я кладу. Классные головки. Супер деликатес. Яма хорошенечко прогрелась. Вот на этом уровне уже руку держать невозможно. Я опускаю в яму алюминиевый казан и наливаю в него воду. Водичка будет испаряться и не будет давать пересушиваться нашим головкам. Бараньи головы. Вот так. Яму я накрываю ветками, а сверху кладу вот такой листик. Все накрываю мешком и засыпаю землей. Земляной тандыр уже работает. Я поставил две головы в печечку. И теперь наберемся терпения. И, конечно же, запасемся хорошим вкусным холодным пивком. Потому что нам придется ждать целых 2 часа минимум, а лучше 3. Ну, возможно, 2, я думаю, и хватит. Головки очень молоденькие. Им было всего около года, не больше. Поэтому жар хороший, и за 2 часа они должны приготовиться. Мы уже выпили все пиво, что у нас было, но мяско еще не готово, еще минут 40 нужно ждать, и заглядывать нельзя. О, влага! Я вижу, что водичка в казане дышит. Здесь градусов 85-90. Ну, уже яма полностью вся остывшая. Абсолютно. Она тепленькая. Судя по носикам, головы должны были приготовиться.
пахнет очень хорошо. Мягусенькие, шкурка у них целая. Та-дам! Прекрасное блюдо. И, конечно же, осы. Осы – это признак того, что у нас очень вкусно. Поэтому осы есть, и мы будем очень медленно и аккуратно кушать. Я до сих пор в предвкушении и в неведении, потому что я не знаю, они приготовились или нет. Я просто на это надеюсь. Но как бы там ни было, у меня есть огурчики, помидорчики и смесь пшеницы и овса. Холодная. Прямо вот здесь аж леденит ручки. Даже если мяско еще сырое, я думаю, мы не зря сюда приехали, потому что смотрите сами. Она просто тянется. Смесь зерновых дистиллятов. Холодная, класс. Помидорчик. Тепленькие. Они как будто бы живые. Положишь ручку, теплая головка, только же не бегает. У одной были рожки, одна была рогатенькая, а вторая была безрогая. Как всегда, самое вкусное – это, конечно же, щечки. Давайте пробовать щечки. Нож очень большой для такой маленькой головки. Там, где должны быть жилки, там нежное желе, мяско слегка розовое, как будто мы приготовили седло. Да. Сама шкурка, конечно, немного жесткая, возможно, так и должно быть, но под самой шкуркой, именно там, где был жирок, он весь превратился в обалденный желатин, вот именно настоящее желе. И мяско мягусенькое-мягусенькое, и сочное. Я знаю, на что это похоже. Сейчас именно по вкусу и по текстуре это настоящий, очень вкусный телячий язык, у которого правильное приготовление, он не слишком пересушенный, именно сочный, и вот так мы его кушаем. У меня пальчики прилипают, посмотрите, они вот так прилипают и отдираются от желе, которое превратился в сама кожа головы. Класс! Да, я доволен. Щечки, конечно же, самое вкусное. Посмотрите, щечка без кожи. Класс! Давайте попробуем зерновой дистиллят. Все, кто пробовал зерновой дистиллят, понимают, почему у меня глазки закрываются. Это настолько аппетитно, настолько ароматно. Щербет. Огурчик. А вот здесь у меня острый соус ширирача. Он сделан из смеси красных и зеленых перцев. Это очень вкусное, не слишком острое, не слишком острый соус. Как его сделать? Ссылочка вот здесь вверху. Вы пока смотрите на ссылочку, а я пока попробую сам соус.
Я хочу добраться до самого деликатеса. Даже до двух. Но я полез выколупывать глазной мускул. Достали глазик. А вот здесь внутри то, ради чего мы сюда и пришли. Вся глазная полость заполнена обалденнейшим, очень вкусным мяском. Глазик. Глазик овечки. Да. Класс. Геракл разрывает пасть льву. О, так тут же все мягко. Угу. Вот так. Мяско именно розовое, но именно оно полностью готовое. И язычок с чесночком. Да. Язычок малюсенький, но очень вкусный. Я снимаю с него пленочку. Все мои опасения полностью улетучились. Если язычок приготовился, конечно же, головка приготовилась. Язык великолепнейший. Он сочный. Просто я тороплюсь. Я не хочу с него снимать пленку. Я буду так выгрызать его. Вкуснятина. Друзья, о, вот такое блюдо, земляная печка работает, это бомба, пробуйте, вам понравится. Даже вот такое интересное и сложное, на мой взгляд, блюдо, как бараньи головы, в нем прекрасно приготовилось. Если вы захотите в нем приготовить хотя бы курочку, или уточку, или гусочку, конечно, это будет великолепнейшее блюдо. Пробуйте. Вот. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Ставьте вот такие громадные, жирные лайки. Пишите в комментариях все, что вы думаете. Зубки уже убрал именно для вас. Мяско обалденное, вкусное. Глазики. Все супер. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Нажимайте на колокольчик, он рядышком, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.